Здравствуйте! Сегодня совсем небольшое видео, посвященное новому шильдику для проигрывателя Sony PSX-555ES. Одна из моделей, которые, этого проигрывателя, который есть у меня, сильно пострадала при транспортировке. Я рассказывал про эту модель, видео, посвященное ремонту Tonarma, биотрессеру этой модели проигрывателя. Я попросил знакомого сделать мне новый шильдик, который был треснут. Сейчас мы увидим, что из этого получилось. Итак, сейчас родной шильдик. Вот так вот у нас получилось с родным шильдиком. Он здесь треснул. Я, значит, думал сначала его склеить специальным клеем горстекла, но оказалось, что это не очень хорошо, и трещина все равно будет хорошо видна. Значит, мне изготовили два новых шильдика. Вот. Видите, значит, в чем, собственно, различие, в чем два. Они сделали немножко разный цвет подложки. Этот более темный, этот чуть синевой. В принципе, все очень хорошо, по размерам все совпадает. Единственная разница стоит в том, что на оригинальном шильдике прозрачные окошечки немножко затемненные, а на том, что сделали новые, они прозрачные. Но это не проблема, поскольку, я думаю, найти на ближайший автосервис, где тонируют стекла, взять небольшой кусок тонировочной пленки и просто наклеить его с задней стороны. У меня было таких три проигрывателя Sony. Один в очень хорошем состоянии я подарил приятелю, а два лежат и ждут своего часа, чтобы завершить ремонт. Спасибо!